Асланбек Сотиев, серебряный медалист в полутяжелом весе. Как оцениваешь схватку? Доволен поединком с вами? Ну, проигрышной схваткой нельзя быть доволен. Согласен. Результатом. А все-таки потому, как вел поединок, все-таки и баллы взял свои? Ну, свои не взял, если бы свои взял, выиграл бы. А так, хорошая работа была сделана, но, как видели, нужно было еще больше. Нужно еще больше тренироваться, и тогда, думаю, с Божьей помощью будет все хорошо. Да, и вот самый главный вопрос. Ты, как человек, который боролся в финале с одним из самых сейчас титулованных, ярких спортсменов, можно выиграть у Садылаева? Я думаю, что каждый может выиграть любого человека. Просто главный факт – это как ты поработаешь. И... А там уже как Бог скажет, так и будет. На сегодняшний день это самый большой твой результат? Да, на сегодняшний день это лучший результат мой по взрослым. Ты когда стал заниматься борьбой, кто был твоим кумиром? Моим кумиром был Увайсар Сайтиев. Всегда, как сказать, не то что равнялся, а восхищался его борьбой, его свободной борьбой. И да, Увайсар Сайтиев. Но на майке у тебя другой спортсмен. Это Бейсик Кудухов, великий человек. Очень сильный человек был Бейсик Кудухов. Согласен, да, тоже лично его знал. Расскажи несколько слов о себе вообще. Как ты стал заниматься борьбой? Почему этот вид спорта выбрал? Борьбой я... Отец привел меня на борьбу. На самом деле не выбирал я. И так ходили с братом, тренировались. И вот, как видите, до сих пор тренируемся с Божьей помощью. Если бы не борьба, чем бы мог еще заниматься? Что нравится? Не знаю. Все мне говорят, на баскетбол нужно, но я сам не люблю баскетбол. Почему? Не знаю. Больше нравятся мне смешанные единоборства. Да. Но борьбу я люблю больше. А в принципе, видишь возможность поучаствовать в смешанных единоборствах? Ну, пока что этот вопрос не актуален. Пока что нужно здесь все доказать, а потом посмотрим, как будет.